Так, все, я здесь, ребят. Сейчас, в общем-то, все, видимо, здесь начнем. А, еще только черкают карты. Короче, сейчас почеркают и начнется помаленьку. Сегодня последний день кунг-фу капа. Не знаю, что там сегодня еще, есть ли какие-нибудь другие турниры. Нет, сегодня вроде как и особо больше ничего нету. Поэтому я, видимо, буду заниматься компьютером сегодня, потому что нужно отвезти мне там с процом разобраться, да и SSD-ха что-то чудит в последнее время. Вот. Не хочет грузиться нормально. Плюс тут дома буду переезжать наконец-то в комнату. Я все там вот сейчас пол сделали. Вот. Привет всем, ребят, кто недавно подошел. В общем-то, стартуем. Сейчас я вам покажу, что сегодня будет. Так, это я что-то не то открываю. Team Liquid. Еще не началась, пока ничего здесь не начинается. Сегодня, соответственно, решающий последний день кунг-фу капа, и победители много достаточно выигрывают. Монет, денег здесь... Чё-то я не понял. Смотрите, какая система турнира. Я говорил, что здесь интересно, призовые распределяются в данном турнире. Снуд, заняв 5-6 место, получил больше... денег, чем Solar, короче, четвертое уже занял. Вот это прикол. Solar как-то на ноль сливался и Тиваю. Так, а сверху он кому сливался? Так, 3-1 Снута выиграл, а Снут с тем... А, Снут 3-0 Зеста просто выиграл, 0-3 Ютермалу отлетел, с Соларом 1. Ну, кстати, странно прям так. А, ну здесь Solar на ноль карт не взял. Получается. Ну, почему Молю он меньше, чем Снут получил? Для меня это загадка. Честно говоря, ну вот такая у китайцев система распределения призового фонда. Сегодня у нас Ютермал против Тивая бьется, и победитель со Стасом, это финал. Сейчас Бу-5 и Бу-7, два матча будет у нас сегодня. Еще пока не началось, Тивай там сверху варит просто. Вчера подъемчик был на Стасе, он за 90, там, с 30. Зест, Стац,
CY. Все в плюсанули, короче. Так что, кому интересно, ставочки есть, можете пилить. А вот открыли ставочки. Ну, CY, я не знаю, просто невероятный на него коэффициент. Сколько будет, если все на него запилить, например. Вообще смешно, конечно, да, тут просто стевая получается. Ну, я сомневаюсь, что ютермалка штевая может выиграть, но... Плюс 0.84, 4.45 можно сейчас взять, но... Да я думаю, что нет смысла здесь никуда впиливать. Привет, Спайк, всем привет. Ну, карту Ютермал может, я так думаю, взять, на самом деле. Кстати, коэффициент хороший. Блин, ну может CY 3.0? Не знаю, поверим, что... Так, мне звонок поступает. Секундочку, ребят. Так, все, я здесь, ребят. Короче, на три карты, так, карт больше 3.5, то есть на 4 карты получается. Запиливаем 1.84. Ютермал нужно одну карту взять хотя бы, чтобы это все случилось. Вот, ну, думаю, что должно это работать на самом деле. Других вариантов здесь я не вижу. Натеваю вообще невыгодно, коэффициент смешной. Ютермал очевидно, что навряд ли выиграет, хотя всякое может быть на самом деле. Так, что-то с сайтом... А, не, погодите, это с утра было с сайтом, не очень. Сейчас вроде как бы все нормально. С утра что-то косячно там было, работало все, если честно. Вот, ну, я думаю, наладится. Погода сегодня жаркая очень. У нас тут прямо. Короче, что-то долго тянут, пока игра не начинается. Не знаю, в чем там проблема.
Привет, Артур. Сейчас я приду. Ребят, секундочку, подождите, пожалуйста. Так, все, я здесь. Какие-то смайлики там ставят. Все вроде так. Ютермал готов, Тивай готов. Рекламная там какая-то пауза у них, походу. Не знаю. Оттягивают старт немножечко. Скорее всего, да. Запись врубать не обязательно, все будет выложено на YouTube. Здесь из игры, напомню, и, кстати говоря, ждет победителя Стац, который вчера, между прочим, выиграл кросс-матчи финалистов Старлиги и GSL. Великолепный игрок, и все мы это будем из игры смотреть. Но если Ютермал, конечно, выиграет Тива, это просто чудо будет. Безусловно, но в сухую 3-0 он, я думаю, его точно не одолеет. Но более очевидно, конечно, то, что вот вчера, например, вчера, например, Тивай проиграл, только в Архон моде Зестом выиграл. Зато на Кунфу Капе тоже выиграет сейчас монет каких-то плюс. Статс вообще может два первых места занять. И в итоге со второго места Старлиги, первого места кросс-матча и первого места Кунфу Капа поднимет больше, чем Зест с GSL вообще. И чем тот же Дарк со Старлиги суммарно. Это 100% расклад. Так. Что это такое? Что это там такое? Все, наконец-то старт, поехали, очень долго тянули, 16 минут, но все-таки финальный день.
Так, голосовалочку создал. Спасибо тебе, о вас. Голосуйте, кому интересно. Тиваю фермальчик. Минуту идет все. Здесь БУ-5 у нас для трех побед, соответственно. Ну и обратите внимание на происходящее. Тивай приезжает, Юсермал поздно в разведку пошел, но пошел. С другой стороны, у Ютермала, конечно, ТВТ, но всякие прокси-риперы от Ютермала на самом деле могут зайти здесь. Посмотрим, короче, посмотрим. КСМ-ка минус. Тивай убивает КСМ-ку. Здесь у нас что-то осталось рабочий стоять. А что он там стоит? У Термала реактор пошел. Рабочий что-то просто стоит, он хочет в разведку пойти. Угу. И у Термала играет сейчас, он не ставит факт. А вот, нет, это факта, плюс ранний второй барак. То есть, я так понимаю, стимпак будет достаточно ранний со стороны Термала. Тивай обнаглеть немножечко решил и ставит третью ЦЦшку сверхраннюю. Против такого билда могут эти два барака очень неплохо прокатить, на самом деле. Так, здесь рипер у Термала улетает, Тивай пытается нагнать. Здесь два марика есть. Мариками вроде как отогнал. Сейчас риперы на хайграунд зайдут. Нужно аккуратнее быть с Тивай, как карасит. Нужно мариком точку сбора ставить нормально. Что ж происходит-то? Ой, Ютермал. Как он ужасно сейчас отыгрывает. Это просто что-то на самом деле. Рабочих своих подкидывают. Все тут подкидывают. Так, рипера вроде как минуснул. Ну, прими ты его рабочими хотя бы. Блин, какой Ютермал вообще мертвый. Пропустил. Точка сбора криво стоит. Здесь мариков все убить дал. Еще и рипера упустил. Потерял двух мариков, рипера, двух КСМок. Убив одного рипера всего. Так. Плюс Тивай спалил весь билд абсолютно полностью термаловский. Ну, ему нужно танки, ему нужно пару танков, чтобы вот этих всех мариков отгонять, если вдруг дропчик пойдет. Ну, кстати, первый врыв от Ютермала, видимо, и будет самым напряженным таким. Здесь гелиончики строятся. Медивайки, правда, по одному строятся. И вот это вот, ну, так себе расклад. Это так сера... О, саплай-блок, нет, саплай-блок, все прошел. Депошечка идеально достраивается сейчас практически. Еще один медивак, который заказан. Здесь летит дропчик. Странно, здесь 8 мариков всего, и у Термала 7 плюс медивак. Мог бы нормально сейчас просто взять да подраться. Залетать пытается на второй. Здесь есть уже викинг. Викинг отгоняет все. Нужно делать, значит, выход остальными юнитами. Здесь гелиончик есть, плюс танк строится. Гелиончик, что значит на второй? А, Ютермал просто послал его, а депошку не открыл. Гелионы тупит, потому что тупит Ютермал. Так, Art of Joyce, какую голосовую поддержку? 3 минуты задержка, помните, если ты имеешь в виду поддержать, то через плеер делается. В чатике такие вопросы спрашивают. Подсказывают, кнопочка рубля там. Минус реперочек. 3 медивака дроп залетает от Ютермала. Здесь всего лишь один танк. Нужно в него дропаться сейчас. Вот танк Ютермал это прекрасно понимает. Пошел дропчик прям под танк. Сижет свой танк сейчас. Марики со стимом. Но почему-то Ютермал не стимпач. Все так долго стим-то прожимал. Ой, Ютермал удает. Так, викинга все-таки убил.
Рабочих 12 Тиваев развалил, но Тиваев все равно больше по лимиту, и у Термала 3 только строится сейчас база. Ну, Тиваев очень быстро отреагировал, пришел сюда, я не знаю, что нужно. Ну и Термалу мог, как он лучше мог исполнить? Он мог бы начать дропаться не всеми, как по Бичевому, в одно место, а начать дропаться уже в полете, дропнуть сначала танк, чтобы залп танка по нему прошел, потом Мариков, так как они без щитов. Они бы дропнулись, танк бы он быстро убил бы, КСМ-ки бы не успели подъехать, он смог бы вот сюда вот отступить бы куда-нибудь и, возможно, простимпачиться нормально. Ну, не факт бы, что лучше бы исполнил, просто когда тут рядом армия стоит, плюс КСМ активай вывел, плюс щитов нет, плюс перестимпачился, вот как бы стим не получилось разменять очень жестко, как хотелось бы явно ее термалу, но... В итоге по боевому лимиту отставания у него пятнашка, по рабочим вроде как ровно, более-менее. С двух инженерок он также грейды делает, армори даже раньше, чем у Тивая. Но пока так, более-менее, у Термала все даже ровно. Так, что-то тут все загруженное летает. Тивай сам, кажется, куда-то дропнуться собирал. Вторая атака заказана у Тивайчика и у Термала. Армори 1000 лет как есть, грейды не заказывают. Вот это ошибка и у Термала по грейдам, им вот атака пошла. Ни в коем случае. Ладно, по лимиту там небольшое отставание, которое сейчас уже, кстати, до минимума сократилось, всего десяточка. Это ладно, но вот по грейдам и у Термала отстать это будет катастрофой на самом деле. А Тивай втыкается вторым армором, это шанс для Ютермала, вот если он сейчас вовремя закажет второй через 14 секунд, то это практически сравняться по грейдам для него шанс. Ну и Тивайчик вперед выдвигается, щиты, правда, там и там есть, грейды будут ровные абсолютно. Если у Термала танки, один вижу, второй вижу выезжает, утеваешь, ой-ой-ой, тут 5 танков, это жесть-то какая, у Термал что-то сиджится, а он что не прикрывает-то свои позиции вообще никак? Что за бред-то вообще у Термал делает, не пойму. Нужно больше продакшн, Мариков продакшн в принципе неплохой, но утевай снизу хочет тут давить у Термала очень неплохо танками, ну, кстати, может что-то из этого и получится, да до ДПшки достанет. Викинги остальное все отгоняют вроде как. Тивай складывается, раскладывается, пытается дроп сейчас. Здесь дроп двойной от Ютермала, но здесь есть викинг, плюс марики, Тивая подбежали. Ой, как Ютермал криво законтраливает, марики на муви уходят. Медиваки вообще не отконтраливаются. Почему дропнуться сюда? Вот лети сюда, здесь дольше бежать гораздо. В это время Тивай двойным дропом разводит Ютермала на вторую базу, залетает, прессует лоб. Вместо того, чтобы спокойно вот здесь танки поставить, у Ютермала по-идиотски они около рампы почему-то стоят, я не понимаю, почему, не перекрывая ничего. Это может привести к тому, что Ютермал просто отдаст игру на ровном месте. Но здесь зато викинги, кстати, начинают принимать. Посмотрите, био, один медивак сбит оказывается в итоге. Но проседание по лимиту абсолютно очевидно. 142-168. Не в пользу Ютермала здесь все. И Ютермал забыл вообще, что такое второй грейд на армур. Это самое катастрофическое для него сейчас. То есть он начнет отставать. У него 1-2 в 2-2 будет. Вот сейчас только вспомнил. Вот только я сказал. Оп, на муви Термал решил под танками походить, гуляющий под танками. А под танками поаккуратнее Термалу нужно гулять было. Хорош, передроп на хайграунд идет сейчас, здесь танки неплохо разваливают. Но Тивай тут прямо как-то осел, реально осел, и его отсюда не выгнать. Точка сбора у Термала странная очень стоит, я уже об этом говорил. Здесь он собирается всеми, я не понимаю, что он в лоб прямо именно хочет подраться. Еще зачем ему именно в лоб драться сейчас, я просто не могу понять. Здесь контроль кривой, вместо того, чтобы подловить Мариков, наоборот, Тивайских, Ютермал теряет танк свой один. Мариков подловить не получается. Вот сейчас это все придет сюда, 200 лимита станет в блокаде Ютермала здесь, и он абсолютно ничего сделать не сможет. Арт-подчеркивание, в подчеркивание, Йойчи поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Спасибо за стримы, и за то, что я благодаря тебе начал ставить на СК2. Побольше стримов хороших и разных, ну и классика.
На стриме Пони лохов нет. Голос четкий, кстати, нормальный у этого голос. Пусть погает. Спасибо, Артур Джойсти. Постоит. Конечно же, нет. 180-200 по лимиту. Но пока еще шансы сохраняются у Термала. Тивай там только ставит четвертую базу. Здесь что-то Марики на стиме пытаются нагнать медивак. Ну как тут? Как бы ты ни наркоманил за самолетом, бегом не забил. Да. Сгладил я. Да, сейчас, секундочку. Сейчас, ребят, сейчас я. Месторождение минералов выработано. Танк на марше! Даешь разбой. Месторождение минералов выработано. Улучшение. Так, я здесь, ребят. Так, привет, Антох. Я не понимаю, что ты там говоришь про трансляцию, официальную, неофициальную. У меня задержка 3 минуты, как и у всех, собственно говоря, здесь. Хотя, видите, может не 3, может меньше сейчас там. Нужно узнать будет, если меньше, то я просто на финал меньше выставлю. Я просто, ну, честно говоря... ХЗ, надо у Мэджика спросить. Здесь дроп тройной, кстати, от Ютермала. Гигантский дроп. Ну, здесь-то планетарка, ее так просто не выбить. Ё-моё, Ютермальчик, что ж ты делаешь-то тут? Тивай замечает, что у Ютермала здесь ходит армия. Тивай где-то сзади там на стиме бежит. Подрезает медивак. Здесь надо минус... Викинг минус 2, танк нужно садиться. Так, Стивай перестимпаченный в мясо, поэтому получает очень много дэм. 6 уже КСМок, минус, почему-то Марики не все Тиваевские вперед идут при этом всем. И Ютермал разваливает их, кстати, замечательно здесь. Ну вот сейчас Марики с медиваками подошли. Здесь позиция, правда, в какой-то момент у Тивая была не ахти, и Ютермал неплохо там разменялся в какой-то момент. Здесь четвертая Цшка летит вперед, ну как в лоб-то выбить этого Тивая? Идет вперед, принимает бой, Марики получают залп, Ютермал сам ломится вперед, контроль странный очень. Что Мариков-то взад вперед водить, их сплетануть надо против этого всего, он водит взад вперед, да толку-то нет, что ты бегаешь из стороны в сторону, блин, какой толк? Танками без Сиджи, конечно, бой принимать или засиджить сейчас их надо. Без Сиджи Ютермал бой принимает, Сиджи танки как-то поздновато, по-моему. Причем два без Сиджи до сих пор, Мариков в прикрытии не оказывается, это 1-0 Тивай. Как же Ютермал по-бомжовому сейчас вышел, просто это жесть. Да просто фронт бы сделал, да на оклики послал, нет, бегает что-то взад-вперед. Да не надо одну группу водить, надо по одному Марику стараться вывести, чтобы как минимизировать сплэш по максимуму, чтобы. В чем даже можно было эти танки засижить? Вот Ютермал как в первом Старкрафте начал сижить под танками вражескими. Когда можно просто медиваками их сразу подвести туда было, сбоку, они бы дали замп. Ну, видно, что Ютермал в ТВТ как-то у него не совсем идет. Походу тут либо Ютермал чизанет игру к другу, ну, там, какими-то реперками, либо здесь вообще 3-0. Это в других матчапах у Ютермала получше. ТВЗ, ТВП... Ждем следующую игру. Ну, может, конечно, у Термала АПМ под 4 сотни. Может быть, решает то, что сервер американский, то есть не идеально. Так, ну и спасибо всем, конечно, за поддержку, Артур Жости. Спасибо большое. Вот, надеюсь, что все у тебя будет идти. И у всех все будет идти.
Все, вторая игра начинается, поехали. Скоро перееду наконец-таки в комнату, ребят, тут пол, ну, сделали пол, наконец-то там мама хотела пол немножко переделать. Вот, и теперь я буду за компьютером там сидеть, как бы. Кухня-студия сменяется на поми-комната-студия в ближайшее время. Ну и комп перенесу. Готов. Наши КСМ атакованы. Так, посмотрите-ка, да? Три гейтаю, три барака ютермал, посмотрите, риперы пошли. Здесь уже строится гелик, но два рипера ютермала наваливают. Так, Тивай бункер запилил, ну бункер дает ему, конечно же, здесь возможность отбиваться, но риперов-то все больше и больше ютермала становится. То есть добычи у Тивая не будет, все сейчас решится на самом деле с гелиончиком, когда замес будет с гелион. Так, еще одна гранатка выкинута из термала. Рипер падает. Три рипера бой принимает. На гелиона фокусить. Гелиона отфокусил, молодец. Рипера отфокусить не смог. Кажется, путевая проблема здесь, причем очень серьезная. Рабочих все меньше и меньше становится. Еще 4 минуснулось. Так, гелион плюс КСМки, плюс рипер вылетает. Здесь гранатка кидается. Где граната-то от ютермала? Гранат пока не кидает. Добывать его и начинает понимать, что у него сейчас просто ресурсов не останется. Очень скоро ютермал принимает живой бункер, продает. Тивай понимает, что ему нету, просто не на что заказывать. Бункер 75, за 75 продал. Забарыжил бункерец. Построил. Одни строили, другие продают. Просто перестройка. Утевая ютермал устроил. Тут ему полный Алис Цурюк вообще происходит. Непонятно. Гранат кидаются. Гелионы падают. От гранат уже уворачиваться. Гелионы фокусит. 1-1, ребятки. На три карты зашло. Я же говорю, ютермал магет, умеет магет. Ну что, пошли, третья игра, ребята. Прошу прощения, отвлекся на секунду.
Телевизор, здорово. Фига у Ютермала такой, там модник на аватарке. Ну все, тут тащить надо, ё-моё, чисто евро... Еврогомик какой-то в очках. Супер, супермен при этом все. Ну, посмотрим, что из этого получится. Поехал Ютермал опять прокси какие-то делать. Что-то он решил, походу... Что-то, походу, Ютермал здесь еще сейчас запилит. Так и есть опять прокси-бараки от Ютермала. А здесь первое... А здесь газ первый, между прочим. И проблемы сейчас могут быть у Тивая-то. Ну, Тивай решил, что надо по разведку выехать, причем проверить прокси он собирается, да? Проверяет прокси. Да, доедет до туда? Доедет. Оп, или не доедет. Доехал, посмотрите, оп, говорит Ютермал, ну ты борзеешь, борзеешь, дружок. Надо КСМ-ку снять сейчас с продакшена барака. Проблему Ютермала с продакшеном. Нужно покататься одной из КСМ-ок. Еще выдвигаются две сюда. Барак надо достраивать сейчас, что Ютермал пытается сделать. Вторая КСМ-ка выезжает, оттевая, чтобы отменять здесь все к чертям. Барак первый готов, рипер где? Рипер заказан, газ накапливается, здесь надо сваливать, уходит Ютермал. Приезжает еще КСМ-ка, начинается пиление друг друга. Здесь на 5 хп Ютермал врывается, видит, что Тивай в ответочку бараки сам добавляет. Этой КСМ-ке не жить уже. Хотя Тивай не законтролил, просто мог бы в лоб бы ее пильнуть бы сейчас и убил бы. А что Ютермал? Может, он переход какой-то соберется сделать? Тивай, между прочим, без вообще, без этого играет, без орбиталки у Ютермала будет. Так, сетку никто в сообщении дня не впилил, Юры нету, наверное. Никто не впилил сетку, сетку проси вручную, тебе в чатике дадут. Вот, по сообщению дня портить не будем, потому что там удобно переделывать. Так, по пингу, я думаю, ну, может и не в равных ситуациях, но в близких ситуациях игроки находятся, как Тивай и Ютермал, пинг у них более-менее адекватный. С Европы на Америку единственное, что... Ну, там, я не знаю, какой именно американский сервер, ну, возможно, где-то сотка пинга 120 Ютермала, но там 200 на 200 пинга Тивая, что абсолютно незначительно. Так, причем Тивай сейчас обнаруживает, что Ютермал назад немножечко улетел. Ютермал пытается тут развести Тивая. Гранатки в ответку кидает. Риперы против риперов. Тивай принял вызов, соответственно. Ковбой и риперы бьются там и там. Четвертый барак уже у Ютермала пошел. Потери есть, потерь пока нету риперов. Ну сейчас бараки начнут у Ютермала падать, нужно аккуратнее быть. Так, гранатка в ответку кидается. Ютермал накидал там гранат, риперов задемеджил тиваевских. Нужно быть предельно внимательным, сейчас Тиваю можно... Так. Гранаты друг к другу сейчас накидали. Ютермал заходит, Тивая принимает бой, но Тивай его... Ой, как Ютермал забомжил сейчас, ё-моё. Решил, что сейчас он под гранатами полетит, на клике Тивая разберет. Не тут-то было. На клике не разобрал, трех риперов выкинуло под риперов Тивая, и в итоге все очень плохо, бараки падают. Зачем Вот у Ютермала четвертый барак дома добавлялся, он все равно полез. Зачем, спрашивается, полез? Непонятно. Тивай полетит вперед, Ютермалу нужно отступать, сейчас, безусловно, все еще поймают, блин, здесь. Так, не, не поймают, на рампе можно встретить, попытаться. Скана Тивая.
Гранаты туда и сюда. Так, здесь плюс бараки добавляются. Ну и термал там-то потерял все. Вот здесь один залетает, видишь, утивай. Риперов масс делает, и сэшечка пошла уже, утевая там. Ну, вот ошибка Ютермала была в контроле здесь. Подзанервничал, что-то полез вперед. Вместо того, чтобы отступить на гранатах, как бы, и потом пограмотнее как-то подраться, Ютермал пошел, отдал, здесь вот куда-то лезет. Куда лезет, хрен знает. По риперам ситуация 15-9, это не тащибельная ситуация. То есть, это, ну, просто не пробить будет, как бы. Два рипера дома, причем утевая даже остаются сейчас. Дэмэджа нам давай саживать. Так, полетел и утевает. Ну, по 4 рипера оба строят, но утевает-то больше. Ютермал сканет, утевая здесь рядом. Утевая, по-моему, риперов, так что две группы можно будет просто принять здесь. Ютермаловские по отдельности вообще. Ведь Ютермал здесь боится, покидал гранаточек немножечко. Нужно сейчас отступить. По 5 уже рипера строят, но утевая это вторая база есть, а у Ютермала она просто отсутствует напросто сейчас. Тивай сканет, видит, что у Термала тут ничего не заказано. Вот выводит он сейчас рабочую вот сэшку делать. 27-21 по риперу. Ему там 6 уже барак. Да, таких игр я пока ТВТ еще не видел. Чисто риперы на риперов. Все. Ютермал решил, что пора попасть в ловушку. Ну, давайте посмотрим, как Ютермал попадает в ловушку. А в ловушку он попадает просто жозенько. Гранаты выкидываются оттуда, отсюда. Тивай пытается законтролить, Ютермал зашел, пытается гранатами позицию не дать Тиваю занять нормальную, но гранаты не бесконечные, во-первых, во-вторых, у Тивая тоже в ответку есть, Ютермал в угол зажат, разгром, 2-1 в пользу Тивая, это, ребятки, уже теперь абсолютно точно, Ютермал что-то сопротивляется, что он здесь сопротивляется, я не знаю. ГГ, очевидная ГГ, 2-1, да. Все, риперы больше не зайдут. Тивай будет проверять, я думаю, каждую игру. Так, ну что, ждем четвертую.
Не по продакшену Термал уступил, а первый бой он криво принял. Там все решалось как раз в этом замесе. Победа в той битве для Тивая как раз таки стоила того, что он смог заказать, выгадать моменты, ресурсы на вторую базу. Ну что, ребят, четвертая игра, 2-1 Тивайчик ведет, раскусил Ютермала, уже приелись всем его эти прокси-риперы, уже все готовы против них сражаться. Ну а Тивай опять же газ первый, ой, это от Ютермала газ первый, а Тивай как раз таки бараки. Так, в разведку Тива идет. Проверил немножечко прокси, везде, кстати, проверил. Прокси нигде нету у Ютермала. Факта, Марик в этот раз решил, что лучше так сыграть. Ну, Тивай все спалит, естественно, разведка есть. Но это будет передропчик, видимо. Находит Тивай КСМ-ку Ютермаловскую. Она стоит здесь что-то. Шевелит своими железными клешнями. Приуныл тут, пописал. Пошел негр с КСМ-ки за минералы. Здесь не видно. Ну и его там, собственно, и прищучили. ССшечку строит Тивай. Здесь у нас. Ну это какой-то, возможно, даже однобазовая будет. Вот Ютермала тема. Я вижу Минка Марики, передроп плюс 2 гелиончика еще поедут вперед. Либо один, я не знаю, сколько поедет. Ну, вот посмотрите, пришла КСМ-ку, все спали. Опять Ютермал как-то криво законтраливает здесь все. Рипер стоит на Кселнаге, дропщик полетел. Все прекрасно видит Тивай сейчас. И для Ютермала определенно проблему составляет. Как можно успешно что-то сделать, если все видит оппонент. Мариков прям под Мариков. Тивай, рипер гранатку. Какой же бомжара просто Ютермал сейчас. Так бомжовски сыграть, это просто что-то. Это нужно уметь так сделать просто, реально.
Ну как можно взять и так дропнуться? Где твой контроль? 400 АПМа прямо под юнитов оппонента. Прямо под вообще, ё-моё, гранату там прямо рипер идеально еще кинул. Ну Тивай молодец, не растерял. А что ему теряться-то, Тиваю? Кстати, вместо того, чтобы просто сиди дома, не лети, пусть этот медивак живет, ё-моё, ЦЦшка строится, что там строится, нет. Он полетел и так бездарно, просто бездарнейшим образом сейчас слился Ютермал. Это печаль. Кстати, сейчас, ребят, чуть-чуть ФПшки от Ютермала я проверю задержку просто. Пристройка завершена. Действительно, что у нас там задержка-то? До задержки разницы почти нету. 20 секунд разница с меня с основным стримом. Улучшение завершено. Разработка. Так, еще один дропчик от Ютермала пошел. Точно так же бездарно слить под юнитами Тивая, и тут уже ловить нечего, на самом деле. Да, банша строится. Я не знаю, может банша что-то сможет сделать. Хотя по рабам более-менее ситуация, но вот по боевому лимиту что-то совсем печально. Тивая вперед выдвигается, Ютермал это видит и отступает сам назад сейчас. Пара демедженных мариков. Банша, куда ты баншу-то привел, дурачок? Какой же Ютермал дурачок, а? Вместо того, чтобы полететь, здесь ничего нету. Он приводит баншу на F2, как... Ой-ой-ой. Я просто ужасаюсь с этой игры вообще, что Ютермал делает. У меня ТВТ мертвейшее, просто только риперами шанс. Только риперами, походу, шансы есть. Ну, вот сейчас лети баншу, здесь, ну хотя нет, здесь циклон был с другой стороны. Ну не на, он же на одной базе стоит, он сюда бы на вторую прилетел бы, например, просто с инвизом, плюс с инвиза ж можно там улетать от циклона, выходить за рамки скана, например, как бы и... И опять банша сюда прилетает. Очередная банша. Да она атаковать другое направление абсолютно должна. А Ютермал ее берет в атаку. Иди ты разводи, пытайся экономику убить. Это мультитаск. Все, Тива Ютермала отгоняет. У него есть... эти медиваки. Они начинают летать, харасить. В наглую тут Тива просто все подрезает. Два танка, три викинга летают здесь. При этом всем же самое поразительное, Ютермал еще пока... Ну, Ютермала две базы в три тивайских, он пока катастрофически, он еще не отстал, что самое интересное. Сейчас идет получать здесь дэмэдж, он попадает. Блин, здесь не доконтролил, но медивак-то можно было сбить сейчас. Но не сбил в итоге и медивак даже. Ну и против такого хараса Тивая и ничего не сделать Ютермалу сейчас. Вот в чем проблема. Стимпака нет, медиваков нет. Два танка просто потерял еще сейчас. Ну сам, правда, Тивая один отдал. Здесь у нас грейды наращивают. Точнее, не наращивают. Только первые инженерки у Тивая 1-1 почти доделались грейды. Короче, полная печаль для Ютермала. И думдроп от Тивая полетел, три викинга его прикрывают, Ютермал вообще не ждет, это точка в этой игре летит, собственно, на этом она кончится.
это время дропщик эту терминала на третью базу. Ну, у Тива здесь есть марики и стим. Правда, у термала марики со щитами, у Тивая без, но вместо того, чтобы драться с мариками тиваевскими, у термал на КСМ-ку все слил. Да, тут всех КСМ-ок слил, конечно, на базе Тивая. Ну, продакшена лишился. Сам это ГГВП 3-1, и термал понимает, что чудом вообще здесь третье место и так занял. Еще и карту отжал, то есть это, кстати, даст определенное количество призового фонда Ютермалу. Статс против Тивая, ждем коэффициенты, ждем все. Ну, много очень ошибался Ютермал, мягко говоря. Вот банши, они в такой ситуации могли провернуть, учитывая, что Тивай там сам ломился, летал танками. Прилетел бы Ютермал баншами рабочих, повырезал бы там оппоненту, да. Но он привел ее к себе в атаку просто и провалил здесь все сразу же. КЗ, чуть не могу я попасть на канал на этот, на Азии. Ну что, ждем кос, ждем финала. Это бой 7. Статс против Тивая сейчас будет биться. Вот это игра, я понимаю. Такое из игры смотреть просто круто. Статс, который вчера развалил всех. Между прочим, на матче корейском. Развалил Зеста и развалил Дарка в итоге.
Так, ну ждем. Кстати, а что остальные все сидят? Ну, Юкапа сегодня нет вроде. Ну, хотя корейцы, они всегда играют что-то там. Главное не провтыкать, не попасть, но я думаю, не провтыкаю. Так, вот, вижу, созданная игра, мне главное здесь не втыкать, потому что я не на канале, почему у меня на канал почему-то не заходит, я вообще не понимаю, почему. Вот он здесь стац. Там не только Underdogs, там еще другие турниры есть. Map Test турнир, кстати, какой-то там есть сегодня. Бистик, Ламба, Харстон Пак завтра Бла играет. Ну, тут
А, вижу, там ставки есть на Underdogs, да. Не, я как бы с компьютером буду заморачиваться, надо в комнату наконец-то стол переносить. Короче, есть очень много дел у меня, плюс Даша с Машей сегодня только приехали, первый день, там надо помочь. Нет, сегодня походу больше не буду я. Было бы что-нибудь серьезное, тогда... Так, а что ставочки там дали, не? На кипбете, например. Должны уже были, походу, да? Так, статс фаворит против Тивая. Это по 7, кстати. Ну, я думаю, статс сейчас просто мне нравится этот игрок. Я думаю, что он обязан тащить здесь. Поэтому на статса запиливаем просто. Ну, я понимаю, что Тивай, тем более в интернете, может на самом деле удивить. Поехали, наконец-таки начинается все. Так. Ну что, газ-барак утеваем. Рипер будет. Резня Кархальская. Кархальская резня. На Кархале резня, в общем-то, первая карта. Здесь гейт, газ, Нексус, кибернетичка. Сейчас билд будет. Стандартный абсолютно остаться.
Пошел Нексус, Тива видит. Все тиммейты, напомню, играют. Пилончик пошел остаться. Дополнительный, второй. На краю антирипер пилон получается. Здесь рипера есть очень много пространства, где он запрыгивать может. Но это вообще не рипера, тирана даже. Как вы можете заметить, это факта и реактора вообще. Сразу, смотрите, куда газ вложил. Так, здесь у нас пилит инженер Кутева сейчас стацу. Но она, как обычно, ничего не влочит практически здесь. Стац поймал КСМ-ку, и инженерку сейчас свалят в итоге. Дома ставится Роба. Видел вообще? Нет, не видел Тива и Роба. Вижу два гелиончика заезжать. Здесь два адепта на рампе стоит, но гелиончики уже проблемы создают сейчас стацу. Стац сплитит рабочих. Адепты выходят, спускаются вниз. Три рабочих уже минуснулось сейчас. Четыре минуснулось. И так, ну два гелионов, четыре рабочих, в принципе. Размен нормальный. Все, гелиончик уже не желез. 2 хп осталось. Наконец-то забирает. Ну, 4 рабочих забрал. 6 здесь опять гелионы врываются на мейн. Приятного здесь абсолютно мало для статса. Но 3 рабочих потеряны. Гелион еле-еле живой здесь. Сейчас будет минус гелиончик очередной. Ну, да, экономику просто тиран замедлил сейчас. Но все-таки не настолько, как мог бы. Так, адепты полетят харасить, плюс призма, плюс делается блинк, то есть еще с блинком потом можно будет ворваться в направлении, там, второй, я не знаю, куда-нибудь. И стимпак почти готов, утеваешь самое интересное. Все, летит призма вперед, но я очень сильно... Да, я не очень сильно, я уже вижу, что здесь призма ничего не сделает. Особо здесь и минка, здесь очень много био, здесь викинг. Как бы призму-то статсу здесь не потерять бы вообще на халяву. Вот он сейчас залетает. Видит био Тивая, понимает, что здесь ловить нечего, улетает. Викинг будет ловить? Где викинг вообще? Вот он, этот викинг летает. Третий Нексус стат запиливает. По лимиту отставание очень серьезное. Сталкеров строят. Блин, готов, я так понимаю. Не делается скорость атаки адептом. Фаржи нету. И вот, наконец-то, фаржа пошла. Плюс 3 новых пилона у статса сейчас делается. Здесь двойной дропщик полетел вперед, Тива, видит прекрасно статс это, но здесь еще осталось несколько юнитов. Так что призма ничего сделать не сможет. Причем сталкеры здесь не на позиции, что самое интересное, у Тива залетает.
Дропчик прям под пилон пошел. Нужно сталкерами выдвигаться. Что и делает. Тащит. Пилоны отменяет. Здесь пилончик сразу падает. Сталкер подходит. А это блинк назад идет. Здесь пытается фокуснуть медивак стат. Не так просто это оказывается сделать. А вот и дальше просто красавчик. Стат, блин, насколько четок сейчас это игрок. Посмотрите, как просто улетал Тивай. Медивак подставился, в котором было много юнитов. Действительно, минус этот медивак делает скорость таки адептом. В итоге по лимиту в плюсе, по рабам в плюсе. Только что буквально недавно Статс отставал от Тирана. Причем очень серьезно. В итоге третий Нексус раньше. И все становится не то чтобы замечательно, но нормально абсолютно для Статса становится. Так. Да, еще как бы... Короче, сегодня стримов больше не будет, потому что там с компом мне надо заморочиться и дома. Еще мне друг позвонил, когда вот буквально недавно на стриме предложил сыну его крестным отцом стать. Надо подумать над этим вопросом. Крестный батя могу скоро быть. Но это ответственность с другой стороны, да, как бы. Я хоть самый крещеный, но вот это... Попов всех этих последнее время, ну вот это церкви что-то слишком много стало, ну вот, с перебором. Куда-то в школу лезут. Не люблю, поэтому подумаю еще. Так, СМ-ки минус. Адепты телепортируются, принимает их Тивай достаточно легко. Ну все, устаться нормально, лимит есть, архивы темпларов строятся. Да, по лимиту чуть больше у Тивая. Сейчас скоро шторм, я так понимаю, Статса пойдет. Нужно на четвертый Нексус выходить. Куда он будет? Видимо, сюда выходить на четвертый Нексус. Архивы темпларов готовы. Есть ресурсы. Можно и нужно, считаю, заказать сейчас шторм бы побыстрее бы. Да, заказывает Статс шторм. Есть, если газ, а газ есть, нужно варпать побыстрее штормовиков, чтобы они... Так, здесь либераторы, посмотрите, призму палят сейчас. Опа, неприятный сюрприз. Адепты будут минус, призма будет минус. Адептов-то можно было не сливать, телепортнуть куда-нибудь. Ну, двух мариков хоть забрал адептами, я не знаю, Статс, то хорошо. Либераторы подлетают, Статс видит, что Тивай захочет, принимает бой. Агрессивный подблинк, мародеров забрал парочку штучек сейчас. Аптевера потерял, не обязательно было его терять. И Нексу Статс заказывает, здесь пилончик готов, можно сейчас доварпивать еще. Шторм уже, кстати, наполовину готов. Есть хоть один штормовик? Нету. Не было возможности наварпить. По рабам даже сейчас, кстати говоря, Тивай в плюсе значительно, что самое интересное. Так, здесь адепты идут вперед как-то. Так, стрёмно как-то адепты вперед идут, не? Прям под либератором дерется сейчас Стас. Телепортируются адептами дальше тремя. В минеральную линию, да, есть грейд на атаку, но тут что-то много слишком Тивая. Это проблематично будет их реализовать, адепт. Ну, 3 КСМ-ки убил, хоть там некоторое количество боевых юнитов убил. Призма опять же вперед полетела. Тивай вот пошел прямо рядом с призмой, летит с либераторами. Либераторами видят сейчас стат. Тивай призму статса, блин. И нужно как-то ее прикрыть бы, хотелось бы прикрыть. Но сталкеры где-то вдалеке успеют прикрыть. Да, успевает прикрыть в итоге все статс. На две группы юнитов своих разделил. Ну, такая карта. Здесь очень важен мультитаск. Кто на два направления может драться, тот и молодец. Дал либераторам разложиться, а как не дать? Надо было подблинкиваться агрессивно, если хотел не дать Статс сейчас разложиться. Ну, здесь три уверчажа. Можно сразу на пилона найти выставить. Статс реагирует. Да, два пошло. Ну, и Тивай отгоняет. В это время с другого направления идет движуха. Уровень игры просто великолепный. Посмотрите, как... Здесь Статс выходит, вот отсюда вниз блинкаемся сбоку, не обязательно даже сюда врываться. Будет Статс врываться, да? Под либераторов, под блинки, ну даже в РНЖ либераторов блинканулся Статс, ничего страшного здесь не произошло для него. Здесь бой принимает, так, блинк контролит, сверху адептик выходит. Сталкеры и морклов разваливают. Здесь 4 либератора, которыми тяжело, что... Вот дал позицию, смотрите, вот... Дашь Тирану сейчас позицию занять этим вот этим юнитом противным, и все, и ничего с ними не сделать, с этими либераторами в итоге становится. 130-160, кажется, проблемы здесь у Статса в этой игре нарастают и нарастают с невероятным темпом. Друг хороший. Warcraft играл. Ну, StarCraft первый как начинали.
играл хорошо. Так, здесь есть шторм. Устаться. Ну куда ты, блин, спешишь-то с этими штормами? Спешит, что-то штормит. Так. Агрессивный, блин, под либеров пошел. Шторм по биву проходит. Неплохой, но либераторы разваливают все к чертям собачьим. Здесь тоже контакт идет. Нужно под либераторов лезть. Тац пытается сделать. Пишем ГГ, выходим. Это провал по всем направлениям называется. Хотя здесь адепты харасят, но они ничего не изменят. Уже 89-159. Запас, правда, у статус какой-то гигантский ресурс. Он пишет ГГ 1-0 ТВАЙ. Так, заходим во вторую игру. Так, Антох. Да, в кино пойдем, конечно, Warcraft надо посмотреть. Не знаю, или 26-го или пойду, или нет. Там вот этот вопрос, конечно. Пока что. Посмотрим.
Так, Тилай 1-0 повел. Сумеречная башня, вторая карта. Ну, Протосом, признаться честно, вот на предыдущей карте Протосом, по крайней мере, мне бы было очень тяжело с тиранами играть, наверное, почему? Тиран, он занял позицию стационарно, все там, статс один раз дал занять рядом с мейном, рядом с гейтами, либератором, позицию в этом проходе узком, все, их оттуда не выбить, шатая другое направление. А Протосу армию на две части засплетить и два направления оборонять, это очень тяжело, особенно без, ну там, темпсов, каких-то дальнобойных таких юнитов. Плюс почему-то Шторм статс сделал поздно все штурмовиков наварпал. То есть если бы он создал там как бы стационарные обороны штурмовиков бы по всем направлениям, то может быть что-то, конечно, и вышло бы. Здесь Мазеркор строится. КСМ-ка сейчас уйдет, Силаевская. А Мазеркор готов. Здесь реактор. Опять же, реактор факта такой. Вообще без юнитов просто Силай открываешь, что самое интересное. Какой-нибудь сейчас прессинг был бы на него, так вообще бы было бы тяжело. Так, Твайлайтик на рампе пошел, интересно сейчас здесь. Уж не дроп ли это драйрков? Интересно, Твайлайт стоит. Вообще вот при таком Твайлайте зачастую я видел, что здесь Даркшайн еще добавляется. Но здесь похоже, что так. Да, будет. Да, будет Даркшайн, но он не на рампе, а рядом с мейном запилен сейчас. С самого-самого края, плюс гейт пошел один. Два гейта, нет, три гейта будет у статса сейчас. КСМ-ка стоит рядом с рампой, Мазеркор что-то к рампе полетел. А кто КСМ-ка-то шатать будет, я не понимаю, кто ее убивать-то будет при необходимости. Здесь выдвигаются марики вперед, Тила видит, что третьего Никсуса нет, что пилонов здесь нет, хочет прийти пошатать. КСМ-ка что-то стоит, сейчас на мейн заходить будет, статс, реагируй как-нибудь. Опа. А, у КСМ-ки 5 хп не было, я думаю, как-то адепт с двух раз КСМ-ку убил сейчас, даже не понял. Твайлайт спалил сейчас Тилай, но почему-то с туретками не спешит, вообще инженерки у него даже нету сейчас, что самое интересное. А Даркшайн уже почти готов. Лифи поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Да начу мало, так как тюремные призовые здесь маленькие. С любовью, обнимаю всех, лайф. Спасибо, лайф. От пол-то уже было. Так, ну что, 10 минки или этот уверчажа надо выставлять? Даркшайн так и не спалил в итоге у нас. Ну где дарки-то, Стас? Ну что ж ты такой медленный-то, ё-моё? Сейчас туретки уже пойдут, тут и вопросы игры решаются. Передроп пошел на вторую. Сканов утевая много реально оставлено. Здесь реактор начинаешь... Еще один дарк варпится. Не надо трех дарков в рейндж одного скана заводить. Что ж ты делаешь-то? Статс, аккуратнее надо быть. Призма будет уничтожена сейчас. Дарков надо сплетануть все одну. Инженерку шатать. Что происходит-то? Так, дарков увез все-таки статс. Ну, на мейне одного надо было оставить, как мне кажется. Утеваю все-таки. На мейне не оставил. Третий Нексус пошел. Еще одного дарка забирает Тивай. Статс увел второго. Здесь можно, кстати, вернуться, опять же, реактор пошатать еще раз. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Тюремные призовые.
Так, еще одна ударка минус. Ну, на это-то все сканы надо тратить тирану, а потраченные сканы это минус минералы, это незаказанная третья ЦЦшка, добытые на эти минералы, например. Заказанная на эти добытые минералы. Так, здесь у нас что? Здесь у нас сталкер забрел сейчас между пилонами, был уничтожен сразу же. Блинк есть у статца, между прочим, и все нормально. Здесь двойной дроп летит, плюс либератор где-то тут рядом летал тоже. Дропчик разгрузил. А, либератора минуснул вроде. На мейне пытается Тивайн так разложить либератора, чтобы в минеральную линию он все-таки доставал. Да, сейчас доставал, но до него, соответственно, и оверчаж доставал в ответочку. Здесь марики стоят, могут ворваться жестко. Статс тут ходит, кстати, статс спалил вообще. Так, сейчас спалят статс, вот они, марики стоят. Вот он видит, что здесь дропщики, да, проходят. Сталкеры ходят рядом, Тивай видит тоже, посмотрите, все это дело. Принимает бой, но сталкеры с разных направлений сейчас заходят просто-напросто. И статс здесь в плюсе, безусловно, он хорошо шатает. Так, медиваки улетают, нужно парочкой бы поймать, сейчас попытаться бы. Но все-таки удалось уйти подальше. Дэмэдж на медивак только стат заберет, но он пустой. Но тем не менее, там других мариков на земле уничтожил. Заходит статс, минус 2 либератора, но сталкеры не могут с мариками так быстро справиться. Посмотрите, блин, контроль пошел. Надо мародера убрать как-то побыстрее. Мародера статс не может убрать, тут Тивай законтраливает очень хорошо. И статс вместо того, чтобы просто спокойно все сделать, взял, потерял всех юнитов. Что опять происходит-то за хренотень такая, статс? Перехвалил что-то я тебя, дружок. Иммортал тут ходит. Куда-то побрел своими маленькими ножками, пошагал в уголок, сныкался от статса, говорит, нет, тут какой-то братан сегодня вообще мертвый, пойду я, чтоб ты меня не видел, а то в атаку пошлют на всех этих наркоманов, они меня распилят на куски просто и все, без прикрытия сентрей, без там зелков, братанов, без сталкеров. 4 сталкера стас летит, харась, по экономике в плюсе, но боевой лимит слил. Ну что, 3 КСМ-ки подшатал, статс улетает, либератором сталкеров, призму, в которой сталкеров сидят, сбить проблематично будет. Лучше вообще вот сюда не залетать где-нибудь, над космосом разве что летать. Четвертый Нексус Тасон начинает добывать сейчас. Выдвигается Тивай в очередной раз. Здесь дарк, кстати, у статца есть, между прочим. Сканит Тивай. Дарка спасать надо. Дарка надо спасать. Дарка не спасти уже. Он куда-то поломился. Статс не законтролил совсем. Ну, либо Архона нужно сливать из двух, либо как-то контролить адекватно. Здесь у нас так. Армор доделывается у Тивая. А если армори у него вообще? Давайте посмотрим. Нет, оно... Здание такое отсутствует. То есть не сможет грейды 2-2 делать. И даже вторую одну атаку. Больше одна инженерка Тивай. Зато у статса 2-2 заказано. Но Тивай пытается прессовать статса. И у него, между прочим, очень неплохой боевой лимит, я вам скажу. Статс принимает весь прирост Тивая абсолютно сейчас. Шатает камни. Здесь передроп пошел прямо на мейн. Где Мазеркор? Где оверчажи? Нет, на четвертую передроп пошел. Либераторы блочат все сейчас. А на мейне-то Мазеркором готов там статс обороняться. На второй базе сталкерами нужно либератора выбивать. Статс прекрасно понимает. Здесь нужно блинкнуться агрессивно под либераторов выбивать. Их начинать выбивать. На второй выбил. Вроде как 2 сталкера потеряно. Но самое главное, что экономика так жестко не потеряна сейчас. Еще либераторы прилетают от всего. Чистацу нужно как-то зайти сейчас, чтобы отбить свою вот эту базу свою спокойно. Так, приходит сталкер, шторм на био пошел. Под либераторов, под блинк сталкерами. Либераторы падают. Хорошо, дистанция отбивается. Но вот так вот растянуто драться нужно аккуратнее. Во-первых, минки могут кучу сплэшем
попасть, когда юниты стягиваться будут около этих неровностей, и умереть может много юнитов. Во-вторых, тиран полукругом может разваливать там ДПС невероятно, а юниты по очереди будут твои подходить. Ну, статс нормально там отвел, не стал отдаваться, лететь. Видит, что Тива здесь блочится, оборону собирается делать. Будет ли это выход в темпестов, или статс в лоб собрался уничтожать оппонентство? В лоб-то тяжело будет, тут лимит-то у Тива не меньше боевого совсем. Так, а либератор по адепту плюет тут понемножечку. Так, идет статс вперед, агрессивные блинки пошли. Либераторы вроде как падают, архончики сливаются, минки сильно зарешали, но тем не менее в этом сумбуре я сначала вообще не понимал, кто же здесь все-таки побеждает, но минки критических залпов никаких не сделали вроде как, то есть тут более-менее живые юниты статса. Сейчас, правда, минки закдешатся, и прирост может весь погибнуть просто под залпами этих минок, нужно предельно аккуратным быть. Статс понимает, что здесь проблемная такая зона. Нужно ли лезть вообще на эти минки? Приходят штормовички, сейчас заходят. Заходит Архун, сталкеры под либераторов блинкаются, отдаются. Ё-моё, какой тут, что просто шмаляют. Ё-моё, эти либераторы шмаляют и шмаляют. Ничего не сделать. До варп еще сталкерков идет. Адепты разваливают минку. Так. Три иммортла сзади есть, минки падают, все-все, все-таки эту игру Стас дожмет, я так понимаю, оппонента своего. Здесь уже ничего типа не сделать, 1-1 счет становится. Переживал я за Стаса, но все в порядке вроде как. Так, третья игра начинается.
Бу-7, ребятки, 1-1, нашествие, карта третья. Так, прошу прощения. Все, теперь я здесь. Стандартный гейт Nexus кибернетчика был. Опять же, инженер купили от Сива. Любят тираны эти инженерки ставить сейчас. Как по мне, лучше вот так поставить, чтобы ближний минерал заблочить. Все равно ее отменят потом. А так она стоит здесь, вот отсюда рабочая добывает. Она никак и не мешает особо, на самом деле. Для вижена, как бы, бессмысленно ее ставить. А так бы вот здесь была, ну здесь бы тогда добывали. В принципе, вот такая кибернетка особо добычи простовской не мешает. Опа, статс-то посмотрите, что здесь творит статс. Чертяга просто. Просто чертяга. Тивай поехал КСМ-ка еще одной куда-то. Куда он поехал ей? Не на Ксилмагу ли он поехал сейчас? Ну, куда-то в район Ксилнаги едет, или же на чужую Ксилнагу. Он поедет, смотрите, как... А нет, он просто объезжает, чтобы статс, не дай бог, не спалил никак. Так, адептики вперед выдвигают. А, это прокси призма и потом иммортал заказ. Но это, видимо, призма иммортал. То есть сначала сейчас полетит лихорас прям сразу мне идти. Так, адепт спалил сейчас медивак, который летит на мейн, между прочим, как к статсу. И нужно привести бы мазеркор туда на мейн. Но статс почему-то этого не делает пока что. Очень странно, мне кажется, моментом, что он этого не делает. Так, здесь адептов на халяву расшатало. Медивак летит сюда. Сталкеры доварплены сейчас. Успеет сбить статс, интересно. Успевает. Ну, тут Тивай даже дропаться, похоже, не будет. Призма прилетает с двумя адептами. Все, зачем она с двумя адептами сюда пришла? Иммортал первый готов. Второй сейчас строится. Сталкеры ловят КСМок, убивают. Спилоны везде добавляются. Минки на вторую. А нет, минки просто в лоб сейчас блочат, в общем-то, выход. Ну, в лоб выхода-то особо тут и не будет. Там будет доварпа именно на призму идти. А где она вообще, эта призма? Вот она летает рядом со второй базой.
Так, еще адептики доварпливаются, да? И кажется, у кого-то лагать стало. Take TV. Кастера это их. Чел Blue Screen там у них опять. Что-то с компом. Так, ну что, все дропнуло кастера этого. Аккаунт. Идет вперед сейчас статс. Пытается развести, по-моему, Тива или не пытается. Так, заходят адепты. Сзади иммортлы. Адепты мимо вообще либератора в минеральную линию, что ли, телепорт. А что танк-то не убивает? Ё-моё, надо под танк было заходить. 4 КСМ забрал, танк выдает, там демеджа нормально, адептами нужно отступить, просто сейчас назад бы. Да варп еще адептов идет. Не понимаю, а как статс собирается с танком бороться и с либератором? Адепты это все замечательно, но нужно же как-то и в лоб пробить. Скорость атаки адептом пошла, то есть тут не полный улыб, здесь еще переход в технологии твайлатевские получается идет. Марики пока без стимпака, но возможно скоро невозможно, а скоро они уже со стимом будут. Здесь опять же адепты заходят на вторую базу. Вот танк не стал телепортироваться, статс. Да варпа адептов на мэйн, но Марик, как видит, решил отступить сейчас. Кстати, мне кажется, вот если бы сюда ворвался и там бы доварп бы был бы, то могло бы получиться очень даже ничего. Здесь минеральную линию заходит, статс опять. Вот танк заходит, танк минусует номер один. Номер два с мэйна там выдает залп. В это время призма здесь рядом висит с мэйном. Марики наготове, марики всегда готовы здесь, в общем-то, тивая висят. Нужно варпать еще куда-то юнитов, куда они там варпают, куда-то дома там сталкеров на варпе у нас статс. На третьей минка есть, кстати, только что, по-моему, рабочего убило. Так, обсервер раньше туретки повал. Ну так, реакторы пока летают. Стас что-то тут разбирает. Ну, что там эти реакторы? Реакторы Тивай новые построят. Нужно что-то посерьезнее бы статсу здесь, конечно, сделать. Но посерьезнее пока он ничего не может сделать. Причем у него нет фаржи. А нет, погодите, есть фаржа. Почему вот плюс один? Наконец-то заказаны грейды. Полетело два медивака дроп. Сейчас здесь же сталкер есть. Где они вообще, эти сталкера? Гуляют. Сталкера где-то загулялись. Вот они рядом же ходят. Куда-то... Ой, ошибки какие. Статс, ё-ма. Что происходит? Что нахвалил статс, а он такой идиотизм. Ну куда сейчас адепты пошли? Зачем они сюда прибежали? Зачем они здесь отдались? И так бы его у лимита отставания тут серьезно. Статс берет и просто 6 или 7 адептов сливает вообще в никуда. Ну это ошибки глупые. Третий Нексус есть, ведь надо чем-то его прикрывать. Нельзя таких ошибок. Вот если бы он не слил этих адептов, я бы сказал бы, что у него прям вообще все нормально. Сейчас, когда он слил адептов, ситуация, я бы сказал, что так себе становится. Уже, потому что Стива идет вперед, либератора... Ну, то есть био здесь многовато. Да, либераторов-то есть чем законтрить, а чем в био врываться? У сталкеров все новое и новое, конечно, варпится, здесь призма раскладывает. Так, адепты врываются, тут 29-34. Ну, боевого тивая больше намного, кстати. Адепты заходят в спину сейчас. Здесь минки нам уведут. Да минки-то атакуют, мариков-то атакуют. Заходят мариков сейчас у нас.
Стас в рабочих минеральную линию проходит. Крампи побежал сейчас с адептиками своими. Либератора возвращается. Пользователь Ксрал активировал премиум на ваш канал. Ксрал? О, никнейм. Хорошая версия прочитывания никнейма. Пользователь Ксрал. Здесь пытается Стас заблочить тивайские юниты сейчас. И, кстати говоря, они оказываются здесь под ударом Протса, но нужно ведь как-то отвлекать. Призма вообще сейчас не работает что-то. Так, Гвардиан Шилд рублен, адепты сбоку, сталкеры сбоку. Фронт утевает замечательный, у Стаса так себе. Фронт нужно выходить из-под либераторов бы сейчас, что Стас пытается сделать. Но если он и выйдет, то уже без эмортлов оттуда. В итоге слив идет в... Какие ошибки от Стаса в этой игре были? Просто ужас, блин, честно говоря. Ну вот, ну нельзя так ошибаться. Это 2-1 в пользу Тивая. Адепты на муве. Два раза просто. Так, заходим в игру. Так, прошу прощения, что-то. Случайно рекламу прожал, про задержку забыл. Что-то я немножечко. Ну что, четвертая игра Храм во льдах карта. Так, 2-1 Тива ведет. Погнали далее.
Так, ну что? Да, собственно, вот я тоже, честно говоря, не понял. Вот это же Тива и Тиммейт Статса, как бы. Они явно вместе тренятся. И просто Тива отыгрывает третью уже игру одним и тем же билдом. Неужели Статс вообще не может это прочитать, вообще как это подстроиться под него? Или ему нахрен не надо выигрывать здесь, что ли, я не понимаю. Странный такой момент. То, что странное, как-то Статс вот мог бы пользоваться. Три раза один и тот же билд, на самом деле. Так, все, развалил вроде как КСМок. Здесь пробочки добывают понемножку. Ну, не сильно блочит это инженер. Тут надо направлять вот на эти минералы, чтобы вот зачем сюда направлять. Конечно, тогда инженерка мешать будет. Просто элементарно поставь пока на вот эти минералы рабочих, а потом, когда она упадет, ты уже начнешь нормально добывать. Мазеркора нету у Статса, я не понимаю, где... А, он, гадите, торги. Он строит сейчас Оракула, причем Тивай не видел этого ничего. Что самое интересное. Третий адепт спускается. Иллюзия сейчас спалит Гелионов Статс. Нужно на рампу становиться, на рампу становится. Оракулом пожег сейчас Гелиончика Статс, полетел вперед, но уже Оракул спалился, поэтому, собственно, он решил, что лучше уж экономику я терять просто-напросто не буду. Пролетает, оп, сюрприз какой, здрасте, минус сюрприз, минус КСМ-ка. Так, ну тут Оракул ничего уже не сделает. Ну, в принципе, задачу он всю выполнил. Задефился от Гелионов, КСМ-очку подрезал. И по экономике все устаться замещать на 10 рабочих больше. Так, контрола можно выставить, забывая иногда. Я не помню, про какие тонкие линии игроков меню обсервера вообще. О чем ты говоришь, я не знаю. Рабам уже вообще для тирана. Смотрите, 52-40 уже. Чем из трех баз 55-40. Экономика просто катастрофа для Тивая сейчас. Но он делает какие-то подвыходы. И если эти подвыходы будут плоды приносить свои, то может сравняться сейчас экономика. То есть Статс вообще третий Нексус добывает. Даже не пытается его особо тут прикрывать как-то. Самое интересное. Марики идут вперед. Сейчас Steam скоро доделается. Адептов здесь нету вообще. Хорош капслочить уже там. В чатике. Ревелейшн на Мариков. Нужно принять бы их сейчас с адептами. А чё, почему не принять-то? Сейчас уже скорость атак через 20 секунд. Вот они уходят. Можно было пойти вперед. Статс решил, что пока не будет вперед идти. Минки принимает фениксами. Сейчас поймает ими Дивак, который на бусте такой. Сейчас улечу, 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 улечу. А нет, не улечу. Скорость кончилась, все. Кузьмич водку не залил, как в рыбалке, в малютку. Вот. Наркоманы же, тираны здесь. Американцы.
И адептики идут вперед со стороны стации. Кстати, здесь, между прочим, марики без щитов, а у адептов есть уже плюс один. То есть тут просто врываемся в мариков и ГГВП просто. Так, стация адепт куда-то вокруг там полетели. А, они вокруг-то полетели, ё-моё. Дождался щитов, сейчас просто на оклике мог бы убить бы. Ну, в принципе, и со щитами будет неплохо здесь все устаться, но сейчас просто идеальнейший тайминг для того, чтобы тирана взять и просто прям здесь и сейчас уничтожить. Ну, стация пока этим не пользуется. Сейчас вот адепты зайдут. Все, заходи вперед и все. Иллюзии вперед пошли. Всех адептов вообще. Щиты сейчас скоро доделаются. Адепт заходит к баракам. Часть адептов заходит к марикам. Фениксы прилетают. По ним минки делают залп. Мариками пытаются прикрыть как раз-таки своих либераторов у нас. Тивай. Ну и не так просто это сделать, оказывается. Здесь еще депошки открываются, поднимаются, опускаются. Бункер падает. Лоб сопротивления здесь ломает стац понемножечку. Где призма, я не понимаю. Где она? Погибла, что ли, призма? Да, призма-то поуничтожена была буквально недавно. Поэтому продолжается прессинг, только без прироста он продолжается здесь. Минки делают залп, ЦС-шечка под ударом, нужно уводить 67-51 по рабам. Есть блинк уже стал... Нет, еще нету, через 7 секунд блинк будет, я вам наврал. Ну, 115-137, преимущество абсолютно очевидное за статсом в этой игре. 1-1 грейды есть, не вторую атаку, а второй армор первым грейдом заказывает статс сейчас. Второй фаржи нет, зато есть Нексус 4 на 6 часах. Так, СМ-ку забрал адептами. Так, здесь Оракул улетает, Ревелейшн и кидает сейчас. 137-155 по лимиту, кстати. Да, боевой лимит почти одинаковый, но тут-то опасный такой микс от Тивая с либераторами. И позицию статс еще дала ему занять сейчас. Ну да, варп новый адептов идет. Убойные такие варпы, правда, один что-то на медленный пилон попал. Ну ладно, ничего страшного, один медленный среди всей братвы попадается. И четвертый Нексус начинает качаться понемножечку. Адептики будут врываться? Нет, не будут. Пока адептики отстаться врываться. Призма зато в контр Харас летит. Но что я могу сказать? Только одно я здесь могу по поводу данной ситуации сказать. Нельзя давать тирану здесь критмассу создать. Минок, либераторов. Даже с меньшим лимитом он протца развалит, если протц будет стоять здесь и тупить. То есть нужно сейчас обязательно вот этой призмой контр-харас как-то устроить адептами, иллюзиями вперед. Почему стас не хочет вывести, не понимаю. Наглее, Тивай уже наверх поднялся сейчас. Уверчаш пошел раз, уверчаш пошел два. Призма здесь наварпала адептами, нужно зайти иллюзиями. Что ж ты стоишь-то, стас, 200 лимит тебя. Принимай решение, заходи скорее. Адепт телепортнул в бок. Сталкеров открыл под удар сейчас. Тивает, понимает, заходит. В это время адепты на второй, на третьей базе у Тивая оказываются. Здесь адепты тоже справляются с задачей обороны. Фениксы, медиваки сбивают. Здесь все вообще очень напряженно получить. 16 КСМ уже минус. 3 адепта на второй здесь. 17 КСМ уничтожен. 32-64 барабан. Ну, боевой еще у Тивая более-менее такой, не то, что там... С этим боевым можно что-то сделать нормальное, но еще можно биться пока. Мазеркор с большим количеством реальной энергии сливается сейчас. Нужен варп адептов очередной со стороны статса. Варпа я не наблюдаю, опять же. Здесь адепты мимо касса вообще либераторами-то что-то нужно сделать. Статс, неужели ты такую игру сольешь? Просто я поражаюсь. Да прими ты бой же на оклике, тут три марика крестом стоит. Я не знаю, сталкеров много, вблинкнись ты в либераторов в этих. Вот решил Тивая переразложиться, статс идет вперед, это ошибка от Тивая была. Так, либератор номер один падает, номер 2, 3, 4 тоже падают, адептов очень много остается, хоть они на минках дэмэджа миллиарды получили, но справляется, кажется, статс еле-еле здесь.
Здесь все еще адепты продолжают бомбить. Тевая. Мародеры ошибочно здесь бьют они, конечно. Тут и 4,96 по лимиту. Адептики опять же врывают. Сталкеров 3 штуки крестом. Нужно ли вообще адептами сюда заходить? Ответ очевиден. Не нужно. Экономика замечательная. Четвертый добывается. На третьем дистанс майнинг идет. Ресурсов много. Можно вот шторм бы, да, можно сделать было бы, да. Это другой момент. Ну, Стас предпочитает просто шторм. Погодите, штормовиков наваркал, шторм. А, шторм есть уже, когда он успел сделать. Он давно, по-моему, сделал. Опять же, Стас. Кстати, была такая уже ситуация в играх. То есть шторм есть, а штормовиков у Стаса нет. Вот сейчас он наваркал штормовиков, все, штормовичков, все нормально. Ну, ждем выход Тивая сейчас и последний. Тут по-любому он будет. Тиран, посмотрите, у него. Вот вся его экономика, это вот 22 КСМ, плюс мула кидает. Сейчас. Прилетают адепты, Харас опять же пошел, 4 адепта на призме пришли, на мейн будет врыв, да, врыв будет, но там депошечки прикрываются, адепты рядом с депошками бьются, Мариков несколько стат забирает, невыгодные размены со стороны статса, наглеет дружочек статс, решил, что нафиг ждать, пока Тивай пойдет отдаваться, пойду я сам его забрею сейчас просто. Либераторов, ой, как криво сейчас фокусит последнего либератора, там сталкеры тупятся. Ну что, есть шторм, шторма 4 штуки есть. Еще архончиков можно послить из тех штормяков, из которых выкинут шторм. Да, сливаются 2 архона. Либераторы уничтожаются все понемножечку. Сейчас архоны доделаются, но, кстати, они доделаются и сразу огребут. Но все равно устаться все нормально. Тивай, кстати, бьется тут, блин, и по лимиту по боевому в плюсе стал, то есть... Нормально-то нормально, но возможности слиться предостаточно еще здесь устаться, на самом деле, сохраняется. Ну, ЦЦшку решил, что Тивая нужно забрать последнюю. Третий армор делается. ЦЦшку забирает. Уходит, как по, в смысле последнюю. Третью ЦЦшку, это одна из тех, которая была изначально. То есть, стало всего две ЦЦшки, две только энергию копят. И такие вот дела. Ну, игры динамичные достаточно, то есть уровень игр в принципе неплох, но ошибок что-то многовато присутствует. Ну, тиммейты играют, может быть, как-то друг друга удивляют, я не знаю. По-моему, Тивай ничем тут особо не удивляет в этих играх. Три игры подряд, он, вот эта четвертая игра, он один и тот же билд отыгрывает, 4 игры подряд. По-моему, это не особо удивительно, когда 4 подряд игры билд один. ГГ пишет, Тивай, понимая, что уже не вытащит. Ой-ой-ой! Пятая и точно не последняя игра у нас на горизонте.
Привет, разведчик. Всем привет, ребят, кто недавно подошел. Телефон надо подзарядить. Так, ремейк. А как? Надо игроков спрашивать ремейк, а не обсерверов, братан. Раслагает у него. Так, ну нужно игрокам описать, не знаю, будут ли они. Ну что, ребят, поехала КСМ-очка. Опять то же самое абсолютно отсеваю. Ну, не знаю, статс может быть уже как-то, не знаю, подстроиться под это. Хотя, в принципе, он роботиксом своим и подстраивается, по идее, под именно под этот билд. Бустится адепт очередной. Что-то там происходит. Так, кажется, это у меня. Так, ну ладно, сейчас будет лагать, надо выйти будет. Игра приостановлена. Так. Что-то пинг 3000. Так, выхожу. Короче, не знаю, что-то у меня залагало. Какого хрена это произошло, я без понятия. Придется порестримить. Сейчас кого-то, не знаю, кого. Все замечательно вообще сейчас. Вообще все замечательно. Ничего не лагает нигде. Battle.net, походу, я не знаю, как бы в чем прикол там реально.
Блин, не пропустить бы мне следующую игру как-то. Так, ну давайте пока посмотрим, отписал, что вроде все идет замечательно вообще. Вот. Запустил Take TV, как бы работает, стрим идет. Дропов нету, ничего нету вообще как бы. А пинг 4000 скакнул. Неприятно. Так, вот сейчас у меня там должно залагать. Так, ждем. Что-то там лепят про Раша там что-то. Немецкие псы. Так, ну что, здесь инженерка опять, я не знаю, надеюсь, меня заинвайтит, не хочу пропускать. Наверное, мне кажется, что просто это Battle.net что-то прилагал. Почему-то, может не Battle.net, может и нет, просто кратковременная какая-то, просто пинг до 4000 подскочил, вообще жесть какая-то произошла. Вот, но из ниоткуда не выкинуло, стрим не стопнулся, ничего не стопнулся. Игру перегрузить. Давай перезайду, да, действительно, пока в StarCraft. Пока есть такая тема, может быть, это что-то случилось, действительно, неприятное. Пусть на автомате зайдет дальше, в общем. Опять Гелёна приезжает, ну, Оракул здесь убойный принимает их. Минус 2 Гелёна. На десяточку рабочих больше у Статса остается после врыва этих гелионов, кстати говоря. То есть по рабам все замечательно. Что у нас там Battle.net-то зашел я? Да, я зашел, точнее, не понимаю. Так, прошу прощения.
Ты чё все офлайн-то мне показываются? Прикол. Эм, гайте, это вроде как Европа, не? Так, ладно, перезайдем на Америку. Так, я слышал, что там немцы говорили. Почему один человек-то все не понял? Так, сейчас перезайду. Может быть, просто показывают, не показывают, что они в игре вот из-за этого, что ли? Так, сейчас я в Battle.net полностью перезайду тогда. Ну что, здесь пока еще нету развития событий решающего. Ну, Стац ведет по лимиту 82-100 сейчас, преимущество его. Врыв на третий Никс идет Мариков. Ну, адепты здесь рядом есть, там туретки какие-то снизу ставятся. Что за туретка, зачем она там вообще? Пробивает стацками. Нужно бы самому пробиться, иначе тиран проблочит как-нибудь его там нелепо. Плюс один доделывается, доделывается и адептом скорости. Стац четвертый. На четвертой базе камни начинает пробивать. Плюс фотоночки. Сейчас я проверю, что у нас тут на батле. Все равно один. То ли багануло, то ли что вообще. Ё-моё, вот я тут тормоз-то, а. Это же Корея, а не Америка. Куда я на Америку-то захожу? Они ж на Корее играют. Это ж Тивай против Статса бьется. Ой, я торможу-то. А я подумал, что почему-то Америка там Ютермал бился. Игра еще идет, все. Так, на пару деньков выпили чепуша. Так, у Статса уже флит бикон, у Статса уже темписты намечаются сейчас. В четвертой базе подлетают либераторы, подлетают био сейчас. Адепты врываются, ну кто либераторов-то сбривать будет? А, фениксы прилетели, фениксами пытаются либераторов уничтожить Статс. Смотрите, Тивай отфокусился, как же бомжово Статс сейчас подрал. Это просто ужасно, что ты делаешь, Статс, что ты делаешь? Как он ужасно сейчас подрался, это просто что-то было сейчас с чем-то. Я такой ужасной битвы давно не припомню, просто не знаю. Шторм пошел. Профитбэчить можно было бы медиваки, например, сейчас, но не профитбэчил в итоге Статс. Еще, конечно, для него не проигранная игра, но посмотрите, как все печально. Он потерял всю, практически весь свой лимит сейчас. И, Никсус ему убивает, все ему здесь убивают. Марики достают до базы сейчас. При этом Тивай пытается другое направление шатать именно сейчас. Да все, Никсус пора отдавать. Смысл здесь вообще? Жесть вообще, как Статс ужасно сейчас. И фениксов бы, ладно бы феникс, завел бы фениксов таким образом бы, чтобы они нормально просто отогнали бы всю эту хрень бы, либераторскую сзади. Нет, он поставил их под мариками, марики просто фениксов укуснули, либераторы всю землю убили.
Так, здесь призма принимается, статс вообще ее не контролит, почему-то не знаю. Ну, по лимиту 136-159 был в плюсе, стал в минусе сейчас в итоге статс. Грейды не делать, четвертник запиливается, но сейчас уже темпистов достаточно много будет, поэтому можно будет пытаться отогнать оппонента своего. Адепты везде бегают, отдаются. Тивай сам четвертый никс пытается поставить. Темпистов уже, по-моему, пятый-шестой строится сейчас. Так, 149-189 по лимиту. Заходит Тивай. Статс выкидывает Шторм. Несколько мародеров падает. 4 фотонки здесь без энергии в итоге остаются. Нужно переподключить их к сетям. Так, ну либераторов нужно выбивать. Нужно темпис, нужно все выбивать здесь. И либераторов, и мародеров, и минки нужно выбивать. Так, здесь штормовики ходят, опять либераторы прилетели, опять статс вообще не контролит это направление, блин. И опять Тивай умудряется как-то расшатать его на ровном месте здесь. Ну, шторм вообще хорошо сейчас проходит очень даже. Правда, там статс в итоге сплетанулся еще при этом всем. Шторм еще один по амарикам падает, по лимиту статс немножко проседает, но разваливает здесь Тивай, все в принципе. Ну, в итоге почему-то ничего не атакует. Темпистов парочку забирает Тивай статсу. Пришли тут викинги, бьются с темпистами, биться. Но получают штормов нормальное количество и улетают два еле-еле сейчас. Ну, правда, там новых построил у нас уже Тивайчик викингов. Нужно аккуратнее статсу быть. Темпистов нельзя так сливать. Ну, зачем так темпистов-то сливать в таких количествах гигантских? Викингов отгоняет все-таки в итоге. Су 45, 171 по лимиту. Адепт там на четвертой базе статься, но его КСМ-ками Тивай запилил. Причем планетарка одновременно сейчас еще доделалась. Прессую четвертую базу Тивай статцу. На четвертой базе гигантские проблемы. Темпсы заходят. Гвардия на здесь есть. Шторм есть. Нужно отгонять. Обязательно тирана нельзя давать. Убить этот Нексус абсолютно точно. По викингам хороший шторм проходит. По био нужен шторм. По био шторм пошел раз. Побил шторм, не пошел два. Где штормы-то? Штормы проходят. Минки вообще статс никак. Обсерверов нету. Что за ужасная игра с его стороны, а? Блин, как мины решают? Обсерверы где-то сзади ходят постоянно. Нексусы падают. Контр-хараса никакого нет. Вообще печаль просто. Так, 17 минут, еще игра не кончилась пока, идет еще игра. Ну, стат сдаваться не собирается, это очевидный момент. Силнагу Марика убрал. Ну, достаточно статься отбиться хотя бы разок, чтобы у него более-менее ситуация адекватная стала. Ну, если он вот так вот будет, ну, что он же у тебя есть, 900 газа, поставьте три пси-штормовика здесь, на этой базе, и отбей ты просто, ну, все в кучу ходит, все в кучу. Я не знаю, ну, никакого экшена не идет, никакого не идет экшена, и все равно статус что-то стоит и сливается на ровном месте. Ну, вот здесь вот, на врыв, я не знаю, там пару юнитов и пару пси-штормовичков оставляешь, и они нормально, вот, и мортлов, там, я не знаю, что угодно, как бы. Так, там викинги пошли у нас. Адепты заходят на дальнюю базу к Тиваю. КСМ их шатают, вроде как неплохо. Одна атака всего и два армура. Атаку, по-моему, одну контрят сейчас просто-напросто. Темпистов уже реально большой кулак становится сейчас. Адепты напрягают дальнюю базу тивайскую.
Статс восстанавливает четвертую, надо уже о пятой бы подумать, но о пятой пока не думает. Ну и грейды Статс тормознул делать, тоже ошибка очень большая. Фаржа одна должна, одна была, одна бы и работала. Вот что мешает 150-150 во вторую атаку наземную вложить? Там 100-100 в темпестов, я не знаю, плюс один там. Карреры пошли. Ну, с такой печальной экономикой армаду такую с карьерами выходить, это минералы кончаются, то есть минералов нету. Так, вот, наконец-то там Статс штормов нормальное количество накидал. Развалил там Тива. Так, гасты кидают ЕМП. Здесь темпестов надо чем-то прикрыть. Викинги прилетают. Надо по викингам штормить. По викингам штормит Статс. Ой, какие штормы проходят. Инвайт пошел. Жду врыв. Кажется, Статс все-таки проиграет. Здесь у меня такое ощущение. Да, Нексус падает. 3-2 Тивай, наверное, повел сейчас. Я не уверен, какая там счет у нас. Какая ситуация. Надеюсь, что больше лагать не буду. Так, хотя не, кстати, Статс тут сиваются, цешечку убивает на 6 часах. По боевому лимиту более-менее нормальная ситуация. Там карреры уже вовсю строятся, темпестов 3 выжило. Причем там викингов еще много ведь упало. Адепт 8 рабов уже развалил. Тринадцать КСМ, уже здесь минус. 140-168. Ну, Тивай все в плюсе по лимиту. У него 3-3, грейды колоссальные. Просто, а у Статса грейды не делаются. Вот, ну, ты воздух делаешь. Где грейды-то вообще? Я чуть не понимаю. Ой, ЕМП по всем четырмякам. Нет, это минус Статс абсолютно точно. Здесь... А вот там еще четырмячки есть. Викинги развалились, но землю недостаточно юнитов, чтобы убрать. Не так бы жестко ИМП зашло, может быть, получше было ГГ. Статс пишет. Закрываю пока стрим. Что это вообще значит? Так, не знаю, у меня ли это только так или у всех. Но если будет лагать, то сейчас топ-старт или стрим буду делать, тогда я, пожалуй. Так. Короче, я выхожу, что-то у меня вообще Battle.net лагает жестко. Делаю стоп-старт, зарестримлю.